В Подмосковье ветераны спецназа «Альфа» тоже помогают тем, кто хочет с нуля овладеть навыками военного дела. На базе патриотического клуба организовали специальные курсы. Сами, как говорится, участвовали, а значит, есть чему научить всех желающих родину защищать. Абсолютно бесплатно все занимаемся. Мы ничего не получаем сами, на этом не зарабатываем. Естественно, в этом, наверное, и заключается наш патриотизм. Наташа по будням рядовой, экономист, а по выходным – штурмовик с позывным «Таврида». Ситуация, обстановка в мире очень напряженная, и все-таки это требует какой-то ответственности гражданского общества, быть готовым к любым трудным обстоятельствам, потому что сейчас вопрос стоит о целостности нашей страны, нашей Родины. Все максимально приближено к боевой обстановке, только радиостанции нет, команды отдаются голосом. Но суть от этого не меняется. Экономисты, менеджеры, компьютерщики, даже актеры, люди разных гражданских профессий ползают в грязи по-пластунски, четко исполняя приказы. Люди все разные, я даже не ожидал, что столько много женщин придет. Но у нас помимо довоенной подготовки есть еще целое женское движение «Верим в тебя, родной», которое занимается гуманитарной помощью для наших военнослужащих. Постоянно плетут сети, делают блиндажные свечи. Учеба состоит из 12 направлений, именно тех, которые наиболее востребованы в зоне проведения специальной военной операции. Особое внимание отдается тактической медицине. На мой взгляд, тактическая медицина, она наравне с тактикой ведения боевых действий, поскольку именно те знания, которые мы получаем от инструкторов, а наши инструктора – это люди с боевым опытом, причем, более того, это люди, которые в данный момент участвуют в СВО. Вот один из наших инструкторов как раз в данный момент вновь отправился на фронт. За 7 месяцев существования курсов по военной подготовке на базе клуба «Ярополк» 30 слушателей отправились на фронт добровольцами. И, между прочим, все как один живы, здоровы и каждый раз при возможности шлют весточки с благодарностями своим инструкторам.